Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас обзор заказов Фаберлик по 10-му каталогу. Вот такая огромная коробка и еще одна маленькая почему-то. Не знаю, почему мне так по двум коробочкам расфасовали. Много новинок, уже не терпится открыть. Так, поехали. Начнем с маленькой. Что там у нас в ней лежит? Так. Что-то почему-то отдельно положили. Наверное, не влезло. Вот тут краску вижу. И новиночки всякие. Ну, давайте с нее и начнем. Первое, что попадается под руку, это два осветлителя. В этом каталоге хорошая цена на краску Expert Color. Это достаточно стойкая краска, и осветлитель тоже хороший. Мы с вами его тестировали, он действительно классный. А при покупке двух там очень вкусная цена. Так, артикул осветлителя 180-54. Взяла две пачки, потому что одной мне уже не хватает. Хотя сейчас подстриглась, может быть, и одной хватило бы. Но пусть лучше будет две. А попозже, возможно, будем с вами осветляться, потому что сейчас я протонировалась, тонировочка смоется. И в каком-нибудь видео с вами, конечно, вместе осветлимся. Так, дальше что? Что это такое маленькое, девчонки? Это маска пенящаяся такая маленькая. Ну да, я видела, что она малюсенькая такая. Это новинка у нас из серии Global Oxygen. Вот такая вот пузырящаяся масочка. Артикул ее 0857. Бесконечный источник энергии для самообновления кожи. Значит, у нас тут витамин С, это классно, Новофтем и Never Stop Energy технология какая-то. Насыщение кислородом, тонизирование, очищение. Она такая запечатанная, коробочка приходит, тоже надо разрезать, распаковывать. В следующем видео будем с вами тестировать ее вместе. Очень интересно, она малюська, видите, такая малюсечка. Прям я не знаю, насколько тут хватит. Вот такой вот маленький флакончик, здесь 30 мл. Удобный дозатор, да, с помпой. Ну, интересно, на самом деле. Сейчас откроем, посмотрим. Она вот, смотрите, какая внутри синяя. Вам даже камера ее светлее делает. Синяя очень густая. То есть такая кремообразная, густая консистенция. Видите, какая. Ну, будем наносить на лицо, смотреть, тестировать. Очень интересно, на самом деле, лишь бы работала, да? А цена у нее, по-моему, была такая нормальная сейчас пока в этом каталоге. Скорее всего, конечно, подорожает потом. Так, дальше, что у нас тут с вами? У нас тут с вами праймер для ресниц. Я в обзоре каталога говорила вам, что буду его брать. Мне очень хочется протестировать его. Тоже будем с вами тестировать. Попробуем один глаз без праймера, один глаз с праймером. И что у нас с вами получится. Я надеюсь, что он работает. Я помню такие штуки еще со времен, наверное, учебы. То есть лет 10-15 назад, помните, такая тоже была, я не помню, L'Oréal, Maybelline. С одной стороны белая, с другой стороны черная. И вот там тоже был как своего рода праймер. Здесь тоже эта консистенция белая. Я в обзоре у VIP уже видела. Так, артикул 58-10. И вроде как работает, отзывы пока такие. Вот такой вот флакончик. И вот, да, она белая такая консистенция. Щеточка фибровая. Вот такая вот фибровая щеточка. И белесая такая консистенция. Ой. Запаха никакого нет. Вообще никакого. Здорово. Хотя бы спиртом не воняет. Фаберлик в этом плане молодцы. Протестируем с вами эту новинку тоже обязательно. Сделаем какой-нибудь летний легкий макияж. Так, дальше заказала спонжи. Вот в таком виде они приходят, их размачиваешь водой, и они становятся кругленькие. Обычные такие, да, как в фиксе. Да, мне подсказывает мой ребенок славный. Артикул 910-062. Здесь три спонжа. Они не очень мне нравятся по сравнению со спонжами с фикса. Те как-то пожестче и лучше удаляют маски. А здесь возюкаешь по лицу, возюкаешь, и, в общем, дольше приходится смывать маски, особенно если это глиняная маска, то вообще очень долго. Но фикс мы пока не собираемся, поэтому заказала Фаберлик. Так, дальше. Дальше заказала себе, девчонки, сумку Шопер. Сумка складная, смотрите, какая она маленькая пришла. Из линейки, так как она у нас называется, эта линейка? Lovely Moments, да. Были сумки Шопер еще в линейке Love, но вот эта была дешевле. И есть дешевле, и яркая такая красочная. Я ее положу, знаете, когда в коляску там не влезает что-то, или вообще в магазин идешь, вот эту сумку с собой взял, колясочку тоже положил, очень удобно. Чем с этим пакетом? У меня просто пакетов уже дома скопилось, какая-то тьма. Артикул 910-169, 100% полиэстер. В сложном виде 13 на 13, в разложенном 44 на 60. Made in China. Отправляют все время, но у нас так говорят, поэтому, чтобы было понятнее, я тоже так говорю. В кармашек она такая заправлена. Ну, такая, знаете, как полиэтилен. Лишь бы быстро не порвалась. Так, о, распаковываем. А этот кармашек у нас что, внутри? Он у нас внутри. Вот этот кармашек с кисками, он у нас внутри. То есть мы туда можем телефон положить и что. Фу, запах такой не очень приятный. На самом деле, тонюсенькая сумочка. Вот тут есть логотип Level Moments Faberlic. Она такая тоненькая, светится, девчонки. Вот такая вот.
тоненькая сумочка. Размер нормальный для покупок. Да, с кошками, с розовыми. Смотрите, вот размер. Вот какой размер. То есть книга, она, получается, сужается. Или нет, ее надо расправить до конца. Так, кошка прячется внутрь. Ручки. Еще мне, знаете, что понравилось? Что ручки здесь цельнокройные, скажем так. Они не пришиты, потому что вот в сумках Love Shopper они пришиты. Мне кажется, они будут быстро отрываться. Но тут как бы сама вся сумка быстро не порвалась. Вот размер. Вот ручки такие, да? Как фартук. Вот размер сумочки, да? Ну ничего, такая ничего. Много влезет сюда. Много, прям мне кажется. Много влезет. Объемненькая такая, посмотрим. Это ж пакеты эти уже, ну их. Так, что у нас здесь еще? Помада, новинка. А, новинка помады, так как она называется, девчонки, у нас стойкая матовая помада для губ из линейки Glam Team. Новинка, я люблю матовые помады, Kiss Proof. Так, у меня в оттенке, как же назывался оттенок? Значит, артикул 409-47, а сам оттенок, почему вот они не пишут сам оттенок на коробочке? Очень хотелось бы, чтобы они его писали. Я сейчас найду в каталоге, вам скажу. А что, девчонки, это замшевый нюд. Мне кажется, тут все цвета не очень корректно переданы в каталоге. Вот он, замшевый нюд называется этот оттенок. И сейчас мы с вами посмотрим. Посмотрим, нанесем, потестируем и посвотчим. Потому что на губах у меня татуаж, она будет смотреться не очень достоверно. Флакончик такой дешевенький. Причем колпачок отличается по цвету от самого корпуса. Здесь название Faberlic. Туго очень снимается. Без магнитика, без всего. И сам стик, он такой узенький. Вот, вот как бы и все. Оттенок красивый. На самом деле я такие люблю. Я долго выбирала, какую взять. Сейчас я... Так, по каталогу. Ну, не совпадение. Нет, не смотрите на каталог. Смотрите обзоры блогеров. Как бы выбирайте оттенки. Потому что с каталогом не совпадает совсем. Сейчас я сотру свою помаду и нанесем эту. Так, наносим, а потом я вам при естественном освещении просвочу сейчас и при искусственном. Она красивая, мне кажется. Знаете, у нее такая кремовая текстура, бархатистая. Не похож, допустим, на матовую помаду «Бархатный сезон». «Первой леди», да, по-моему, или как она у нас называется. Она такая, наносишь, она как будто кремовая, как жидкая матовая помада, да? Сначала она как кремовая, такая мягенькая. А потом на ваших губах она становится более матовой. Пигментация насыщенная. Оттенок очень красивый. Несмотря на то, что это нюд, он сочный. Липкость легкая есть. Красивый оттенок. Я прям не пожалела. Так, сводчим. И потом при естественном освещении. Так вот, легенький, да? И если наслоить. Вот. Да? Но я вам лучше потом при естественном освещении покажу, потому что здесь все-таки... Не очень достоверно. Теперь большая коробка. Вскрываем. Ой, не так-то это просто. Ёшкин такой. Так, отрезали. Оп. Оп. Вот тут хорошо бытовая химия в пакетиках. Это очень хорошо. Открываем с вами. И все по порядочку сейчас будем разглядывать. Кстати, сейчас помада вот липкая. Прошла 1 минута. Видите? Почему, интересно, никто из блогеров об этом не говорил? Я же смотрела обзоры вот этих оттенков перед тем, как заказать у VIP. Смотрите. Сильно липкая. Вообще слипается как сильно. Видите? Вот так. В Берлик еще таких помад липких не было. Я не встречала матовых. Сейчас, может, пройдет, конечно, но со временем липкость становится все больше. Так, дальше что заказала? Заказала в запас 5 пачек вот таких детских салфеточек Faberlic Baby. Артикул 17,98. Здесь 50 штук. Они классные, они меня во всем устраивают. То есть в плане ребенка и вообще. И заказала в запас. В прошлом заказе я, по-моему, брала 10. Здесь взяла 5 салфетки. Ой, 4 пока что. Так, ну, там, наверное, еще где-то 5 есть. Салфетки действительно, девчонки, классные. Они круто удаляют пятна. Я вам в прошлом обзоре каталога уже рассказывала лайфхак, с которым со мной поделилась одна из подписчиц. Она сказала, что пятна ими удаляют, и они удаляют пятна гораздо лучше, чем салфетки для выведения пятен наши, да? Я с ней полностью согласна. Они круто выводят пятна. Не знаю, за счет чего. Но свежие пятна, вот есть надежда, что-то капнуло, причем такое, может быть, даже кетчуп или что-то яркое, они с этим справляются. Поэтому попробуйте такой лайфхак. Очень рекомендую. Салфетки действительно достойные. А может, не пробовали? Пробовали, почему? Я всегда им пятна вытираю.
Так, заказала себе маску нейтрализацию желтизны. Вот такую вот из линейки Blond Icon. Артикул 27-12. Она крутая. Она мне нравится не только потому, что она ее нейтрализует действительно, и вся эта серия, а потому что она круто ухаживает за волосами. То есть они такие, знаете, как после легкого ламинирования. Если полчасика ее подержать, вообще невероятно крутая маска. Поэтому повторяю уже, наверное, третий или четвертый раз и рекомендую девочкам светленьким. Сейчас у меня тоже вот тонировочка подсмоется, и будет желтизна. И буду вот этой масочкой пользоваться с превеликим удовольствием прям. Так, дальше. Заказала для дочери бальзам из линейки Ботаника, но и сама буду пользоваться. У них бальзамы очень крутые. Это для нормальных, лишенных блеска, тусклых волос, питание и блеск. Ромашка и кедровое масло. Артикул у нас с вами 87-48. Они действительно крутые. Шампуни неплохие, хотя некоторым они сушат волосы, да? И бальзамчики тоже классные. Он у нас пришел зафольгированный, как всегда. Они классно пахнут, они очень хорошо ухаживают за волосами. Вот такой вот он беленький и обалденно пахнет. Вся линейка вообще классно пахнет. 98% натуральных компонентов. Будем пользоваться с удовольствием. Так, дальше. О, пятая пачка салфеток объявилась. Так, это что у нас? А, заказала для мужа вот такой вот объем большой шампунь и гель для душа. На работу, может быть, с собой возьмет. Потому что сейчас лето, жара, на работе принимают душ. Артикул 13-12, это как бы новинка, новинка, потому что формат большой, да? Здесь 400 миллилитров, это восьмой элемент, и он классно пахнет. Мне нравится, очень классно пахнет, обалденная цена. Сейчас бюджетная, поэтому забрала, пусть, да, будет. Себе забрала? Ну, могла бы себе забрать. Так, дальше что у нас? Паста Техно Kids. Взяла на этот раз 3+, ради разнообразия, потому что все время берем 6+. Вот этот вот вкус приелся уже, поэтому взяла вот такую вот. Паста Техно Kids классная. Артикул 23-58. Они очень круто очищают эмаль, удаляют зубной налет. Зубки после весь день беленькие, хорошенькие, все отлично. Дочь уже 2 года пользуется только этими пастами, все замечательно, как бы. И взрослыми тоже. И взрослыми иногда, да. Липкость от помады еще не прошла, девчонки. Так, что это? А, размягчающий крем-компресс для ног взяла. Я вам показывала во влоге, что на Wildberries купила крутое средство для гладких пяточек, а девочки мне написали. Но Faberlic же тоже есть размягчающий крем с мочевиной. И я решила попробовать. Артикул 16,96. Я всегда беру гладкие пяточки, ими безумно довольна. И сейчас вот этот хочу потестировать. Здесь 30% мочевины. Если в гладких пятках 30% глицерина, здесь мочевина. Попробуем, девчонки, вместе с вами тоже. Обязательно в следующем видео запечатанный. Какой у нас? Такой немножечко с ментоловым оттеночком, что ли. Да, видите? Вот такой вот кремушек. Пока запаха никакого не чувствуем. Так, поехали дальше. Дальше у меня соседка, хотя у нее есть личный кабинет, но она говорит, лучше ты заказывай мне, ей вот так вот больше нравится. Это после загара молочко для тела. Она едет на море и взяла вот такое вот молочко. Артикул его... Да, ты тоже едешь на море. 21-20. Здесь 200 мл. Я не брала. Я брала солнцезащитные средства все. Тестировала. У меня есть ролик для моих белесых товарищей, мужа и дочери. Даже 50 маловато. Они сгорали на море. Для некоторых хватает. Молочко пахнет нормально. Оно как молочко такое белесое. Давайте по срокам годности посмотрим, потому что линейка прошлогодняя, даже не прошлогодняя, а раньше. Так, 23.04.21. Все нормально, то есть свежие средства, все хорошо. Съездить на море, даст мне отзыв, я вам в обзоре каталога обязательно расскажу. Мне нужно будет, когда я пойду. Тебе обязательно. Взяли кошку малину, шампунь. Даже попросила дочь, потому что, говорит, давай возьмем кошку малину. У нас была на нее аллергия. Она когда мыла волосы, и мы использовали вместо пены для ванны этот шампунь, у нее по всему телу были красные пятна. Но это было года 2-3 назад. Мы решили повторить и посмотреть, будет такое или нет. Шампунь розовый, перламутровый. Такой вот ярко насыщенный. Такой же, как вот этот колпачок по цвету. Пахнет обалденно малиной, как бы все хорошо, но у нас была вот такая аллергическая реакция. Сейчас еще раз проверим, протестируем. Артикул 23-44. 250 мл. Техникиц нам очень нравится. Ничего на эту серию не было, а вот тут была аллергия. Ну, протестируем, я вам обязательно расскажу, повторилась или нет. Так, взяла средство для... Интимной гигиены нет. В общем, прокладки я взяла, девчонки, дневные и ночные. Ночные, слава богу, появились, в прошлый раз их не было на складе. И я, кстати, первый раз, по-моему, беру ночные. Я дневные вам уже показывала, они с неоновым чипом, и меньше с ним болит живот. Многие девчонки это подтвердили. Но кто-то из девочек написал, ну как вот может быть? Ну вот я сама не знаю, как это может быть, но с ними меньше болит живот во время критических дней. Проверено мной неоднократно просто. Артикул дневных у нас с вами... 112,89. Если хотите узнать, как они выглядят, посмотрите предыдущий заказ по 9-му каталогу. Здесь удобный такой замочек на всех.
прокладках. А сколько у нас ночных штук? 7 штук. А дневных 10. А ежедневных 20. Да. 7 штук ночных. Артикул ночных. 112,95. Они уже в сиреневом вон таком чехольчике, который тоже достаточно удобный. Правда, он у меня сразу рвется, когда вот эту клейкую ленту отрываешь. Да, видите, сразу дырка на чехле. Но ничего. Я не брала их, по-моему, ни разу еще. Сейчас посмотрим, как они выглядят. Но это, в принципе, то же самое, только подлиннее. И здесь крылышки есть. Смотрите, в конце, в самом, да? И вот здесь вот не посередине, даже, ну, практически посередине. То есть здесь две пары крылышек. Здорово, интересно. Отличненько. Будем пользоваться, посмотрим. Так они меня, в принципе, во всем устраивают. Они не мнутся, не комкаются, как бы. Они прекрасно защищают, отлично впитывают. И то, что живот еще болит меньше, это вообще, ну, нонсенс. Так, бытовая химия в отдельном пакетике. И здесь тоже есть новинки. Так, это у нас... А, я взяла впервые гель для стирки. Я никогда не брала гель для стирки, потому что меня, в принципе, полностью устраивают порошки. Я тут решила протестировать, и вы у меня часто отзывы спрашиваете. Буду брать потихоньку, тестировать и вам рассказывать. Сейчас взяла для белых тканей. Артикул 118-42. Хватает, написано, на 20 стирок. Суперконцентрат. У меня много достаточно белой одежды. Будем с вами стирать и смотреть. Он такой прозрачный, желтоватого цвета. И одушка у него какая-то цветочно-химозная, на мой взгляд. Да, химозная. Будем стирать тоже в следующем видео. Обязательно вам свой отзыв отставлю. Так, взяла новый акваспрей-освежитель воздуха антитабак с ароматом сицилийского бергамота. Это якобы новинка. 303-29 артикул. Спрей у нас водный, безопасный. Для детей, для животных. Можно смело пользоваться в помещении. Здесь нет никаких спиртов, ничего. Есть еще заглушка вот такая от детей. Сейчас с вами потестируем. Все, камеру запшикала. Мне кажется, он пахнет так же, как и прошлый антитабак. Никаких отличий. Здесь достаточно ярко выраженная душка. И она приятная такая. Не знаю, как на самом деле пахнет бергамот, но такая цветочно-фруктовая какая-то. Очень приятная. Антитабак один из самых приятных освежителей водных, поэтому его и беру. Очень нравится аромат. И он ярко выражен, девчонки. Вот он будет держаться в помещении какое-то время. Я чувствую уже его как бы насыщенность. Да, действительно. Так, дальше. В бытовой химии у меня порошок обычный, альпийский луга. Сейчас стирок очень много. Лето, ребенок, поэтому стираем без конца. Артикул его 322. Они сделаны у нас в Германии. Здесь 800 грамм, которые приравниваются к 3 килограммам обычного. Они достаточно экономичные, мне надолго его хватает. Они гипоаллергенные. Ими тоже можно, в принципе, стирать детскую одежду. А? Я уже чувствую. Да? Да, запах такой сильный, да. Они... гипоаллергенные, они такими гранулами сделаны, порошок этот, и то есть у астматиков не возникает на него никакой реакции, когда они насыпают в барабан и так далее, в общем, все устраивает, формулу тоже в том году обновили, она стала усиленной, поэтому порошки устраивают на самом деле. Так, помада все липнет, имейте в виду, как с AliExpress. Так, и взяла новое средство для мытья посуды, концентрированное. Вот это вот желтенькое, это у нас лимон и мята против сложных загрязнений. И тоже 0+, что очень ценно, что я сейчас очень ценю. Артикул 393. Давайте потестируем с вами аромат. А уже в работе попробуем в следующем видео. Я теперь после этого освежителя ничего не чувствую больше. Оно такое желтоватое, гелеобразное, достаточно густое, не вода. Прям густенькое, серьезно, погуще, чем предыдущие. Чувствую мяту. А лимон совсем не сильно выражен, одушка не бьет в нос, она очень деликатная. Будем пробовать на губки тогда, девчонки, с энзимами. Средства будем пробовать с вами тогда на губки уже и посмотрим. Пока приятная такая одушка, еле-еле уловимая. Дальше взяла дезодорант, беру их постоянно, меня устраивает, даже на лето на день хватает. Сейчас взяла вот такой розовый 22-42 артикул, это частота лотоса. Пишут, что 48 часов, значит, ну нет, на двое суток точно не хватает, на одни хватает. Даже, да, даже Ксюша у меня тоже пользуется уже этими дезиками. Так, здесь у меня в пакете еда в другом. Что мы с вами тут заказали? Я заказала, девчонки, травяные сборы. Один противовоспалительный. Хочу пропить, потому что было кесарево. И мне почему-то захотелось. Здесь листья оливы, трава и лист перечной мяты. Мята для желудка. Вот хорошо, здорово. Так, артикул у нас. Здесь 21 пакетик. Так, артикул 157,50. Здесь зип-пакет. Да, с зип-заглушкой. И вот такие чайные пакетики.
вкусно пахнет, прям мята, мята. Ой, с удовольствием буду пить мятный чай, вообще потрясающе. Так, еще один я взяла детокс вечерний. Сейчас хочу взяться за фигуру, пока лето, пока много овощей и фруктов, немножко подхуднуть. У меня еще остались БАДы фаберликовские, вот их допью, отзыв вам дам. И ты тоже подхуднуть, да? Худеем вместе. Это травяной сбор очищения вечер. Я уже его брала и вечер, и утро. Они действительно работают, налаживается стул. Для чего нужны эти сборы? Если вы сидите на правильном питании, то, как правило, могут возникать проблемы с упражнением кишечника. Вот эти сборы в этом очень хорошо помогают. Артикул 156-73. Здесь очень много травы в составе. Земляника, крушина, мята, пижма, репешка, кукурузная рыльца, трава хвоща, хвоща, как правильно, александрийский лист, лист березы. Вот так. И здесь такие же пакетики, но он уже не такой приятный. Я быстро залпом выпиваю. Хотя тоже мяткой пахнет, но не такой приятный. Вот это прям мята-мята, как мятные конфетки пахнет. Так, дальше взяла майонез оливковый, потому что понравился. В прошлый раз я вам говорила, легкий не понравился, оливковый понравился. Артикул его 161-22. И он вкусный, действительно вкусный. И я могу его есть. И, конечно, свой любимый кетчуп. Вообще его теперь обожаю, с помидоров черри. Классический мне больше нравится, нежели шашлычный. Они выходят немножко дороже, конечно, чем магазинные продукты, но мне нравится вкус их, поэтому беру. И со скидкой консультанта выходит нормально. Так, и его артикул кетчупа 160-50. Он невероятно сладкий, невероятно вкусный. Хотя здесь нет сахара, здесь, скорее всего, сахарозаменитель какой-то, или стевень, не стевень точно, не знаю. И помидоры черри. Вот, очень вкусный кетчуп, невероятно. По мне, самый вкусный. Вот в магазине я ему замену точно не найду. И еще, девчонки, взяла фитоконцентрат. Вот такой впервые взяла. Из линейки Wellness. Это напиток чайный, растворимый для бодрости, девчонки. Здесь 84 грамма. И артикул его... Где у нас артикул? А вот 157-15. Состав: подсластитель, мальтодекстрин, экстракт черного чая, экстракт плодов шиповника, сок апельсина, чай матча. Вот тут даже матча в составе, который у нас отдельно есть, да? Ароматизатор лимон, экстракт зеленого чая, плодов гуараны. Вот я для бодрости его взяла, девчонки, потому что не всегда высыпаешься, да, потому что ребенок маленький, поэтому взяла для бодрости. Регулятор кислотности: лимонная кислота, экстракт плодов лимонника китайского, экстракт кардамона. При чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие. Круть. Заварим с вами вместе, попробуем тоже в следующем видео. Тут тоже зип-пакет, и он такой гранулированный должен быть. Не, он в пыль. Вон, девчонки, в пыль. Вкусненько как пахнет. Такая пылюка. Я думала, он будет как гранулами. Нет. Заварим с вами, обязательно попробуем. Мне уже интересно. Так, а что у меня тут дальше? Дальше у меня большая коробка. А, девочки, я же заказала... Подождите, нет, еще небольшая коробка. Коробки попозже. А соседка у меня тоже заказала, она сейчас похудела, и немножечко есть проблема с морщинами из-за этого на лице, похудела очень сильно. А артикул 1247, это у нас из линейки Эксперт крем для век. Он не очень бюджетный, но мне эта линейка нравится, мне нравятся из нее шприцы, они работают, поэтому я ей посоветовала вот этот, хотя сама еще не пробовала. Вот попробует, расскажет, я вам обязательно расскажу. Для подтяжки кожи век. Он у нас предназначен, увлажняет, выраженное действие против провисания верхнего века и возрастных изменений. Ну, интересно, уменьшает даже, написано, темные круги и припухлости. Здесь 15 мл, артикул 1247, я вам сказала. Мы сейчас его откроем, посмотрим, она ругаться не будет, как он выглядит. Вот, смотрите, какой формат. Очень удобный носик, наверное. Но он интересный, по крайней мере, смотрите. То есть, вот дырочка. Вот отсюда вот будет вылезать крем, и этой же лопаточкой вы будете наносить, то есть без рук. Очень интересно, девчонки, какой кремушек. А крем для век 15 мл, это хватит надолго. Поэтому да. Так, дальше. Я тут тюбики выложила, показывать вам забываю. Что это у меня? Два продукта из линейки Glam Team. А что это у меня? А, здесь один... А, не Glam Team. А Glam Team — это блеск у меня заказала тоже соседка. А в оттенке 405-95. Не помню, как, девчонки, называется. Я не... А, вот такой вот светленький, красивый. Красивый, с такими розово-золотистыми блесточками. Мы тоже с вами его откроем, она не будет ругаться тоже. Такой красивый, пахнет карамелькой. Это чисто вот для блеска и немножечко высветления губ. По-моему, у меня такой оттенок есть, мне кажется, я не помню. Но я не очень люблю эти блески, потому что они все равно липкие. Я больше люблю все-таки матовые текстуры. И вот, пожалуйста, пришла тоже липкая. Липкость не проходит, нет. Имейте в виду, помада липкая. Так, и я взяла еще горячее обертывание серии Salon Kia. Оно раньше было, у нас сейчас опять появилось. Смарт-кератин.
умный кератин. Так, артикул 0508. Мне вообще нравится салон Kia и именно линейка умный кератин. Но здесь такой маленький, девчонки, объем, что даже я боюсь, вот этого тюбика на мои волосы не хватит одного. Поэтому, ну, совсем нецелесообразно. Или выпустили формат бы побольше как-то. Я не знаю, здесь 10 миллилитров. Будем с вами пробовать. Тоже в следующем видео протестируем, посмотрим, как работает на волосах. Ну, очень маленький объем, не знаю, на кончике нам с вами разве что хватит, только вот этого тюбика, одноразовое применение. Так, и дальше самое интересное, сегодня будем заниматься, как ты думаешь, что это? Что это у нас такое? Что это? Faberlic Sport. Это фитбол. Это фитбол. Артикул его 910-017. Он должен у нас тут быть с насосом. Заказала Faberlic, потому что в магазинах даже цена дороже. А здесь я посмотрела. Размер 75 сантиметров и держит вес, ну, человека до 250 килограмм. Магазины, я которые все смотрела, они все до 120 килограмм. Пусть будет до 250. Будем заниматься с младшей дочерью. Будем со старшей. Сама буду заниматься, почему бы нет. Вот в таком сложенном виде он приходит, желтый. Здесь внутри клапан для насоса и сам насос обычный. У нас такой насос, кстати, есть, будет еще второй. Потому что с Ксюшей, когда она была маленькая, мы тоже занимались практически с рождения на фитболе. Он был такой, правда, детский, с рогами, она за него держалась. Мы катали, делали упражнения и так далее. Желтый с рогами у тебя был. Да, желтый с рогами, вот. Поэтому я надую сейчас, и мы вам его покажем. А так он плотный, действительно. Он не такой вот, допустим, как с Ксюшей был. Да, он плотный. Я вижу уже, что у него материал очень плотный. Поэтому я не удивлюсь, что действительно до 250. Это какой-то другой материал, не такой, как мечи магазинные, девчонки. Классно. Классно. Большой, большой такой плотный мяч. В общем, мы его накачаем и вам покажем. Насосом этим достаточно удобно будет. Насос синий был, да, и этот синий тоже, темно-синий насос такой же. У нас теперь два будет. Ну вот и все, мои хорошие. Хотела я заказать, кстати, для чистки лица вот этот ультразвуковой прибор на нашем складе. Его нет. Думала, тогда закажу световой, знаете, такой, который с колечком. Тоже на нашем складе его нет. И в итоге центральный склад, да, на нашем складе был только, который вокруг губ. Вот это для труднодоступных мест. Я такой не хочу. Потом девчонки многие написали тоже, что на Алиэкспресс такой же в два раза дешевле и так далее. Если нет разницы, зачем платить больше. В общем, вот эта новиночка мне не досталась. Я действительно хотела его заказать. Не было на складе. Ну, нет и нет, на нет и сюда нет. Зато хоть фитбол заказали. Отличненько, сейчас будем надувать. О, девчонки, вместе с мячиком, мне кажется, я накачала руки. Это заглушка была белая. Вот такой он большой. Где-то здесь написано Faberlic Sport. Котен, подойди, чтобы размеры бедствия оценить. Стой, нет, вот тут стой. Во. Вот какой он большой. Девчонки, сводчи помадки. Вот самый достоверный свет нашла. Смотрите, верхний тоненький. Это один раз, потом два раза провела. Потом наслоила несколько раз. Вот. Вот самое такое достоверное освещение, чтобы вы понимали, как она выглядит. Так, фокус. Ну, красивый оттеночек. Не сказала бы, что нюд, он очень насыщенный. Сейчас попробуем сфокусироваться получше. Вот на солнышке, как она выглядит, смотрите. Вот такие вот оттеночки. Тут камера вам ее ярче прям делает. Она немножко побледнее, но она тоже насыщенная. По поводу стойкости. Липкость бесконечная. Стойкость, она как пластилин, девчонки, стирается. Она не стирается практически. Стойкость, конечно, феноменальная. Вот влажная салфетка, да? Она растягивается. И смотрите, сколько стоит. Совсем чуть-чуть. На руке вообще не отпечатывается. Вообще не отпечатывается. Но это пластилин. В Avon есть такая гадость. Я не очень люблю такой формат. Вот эта вот липкость. Но зато она самая стойкая, наверное, Faberlic, девчонки, судя по всему. Да. Не хрен сотрешь. Даже влажной салфеточкой детской. Она остается на губах. А скорее всего, она будет съедаться изнутри. Осмотрим. Время покажет, видите же. Некрасиво съедается. В общем, это пластилин, девчонки, имейте в виду. Вот и все, мои хорошие. Вот такой обзор заказа у нас получился. Спасибо Ксюше за то, что понянчилась с Кристюшей. Спасибо Кристюше, что тихо полежала. Уже начинает капризничать, я побежала. А если обзор вам понравился, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Пока-пока. Тебя не видно. Давай. Отин. Пока. Пока-пока.